От приглушенного света комната наполнена уютом. Его добавляют и изделия ручной работы, разложенные на столе и развешанные на стенах. Даже не скажешь, что здесь проводится мастер-класс рукодельницы, известной не только в России, но и за рубежом. Галина Степанова – специалист по пэтчворку. Так теперь называется то, что по сути является неотъемлемой частью русской культуры. Это обычное лоскутное шитье, которое известно в России много веков, и которым многие занимались, но просто сейчас это пришло к нам с Запада и имеет название пэтчворк. Это традиционное рукоделие для Европы Западной, для Англии особенно, и Америки. Америка первой провозгласила пэтчворк декоративно-прикладным искусством и отчасти национальным искусством. Термин «национальное искусство» вполне применим и для России. И хотя сложно его назвать массовым, поклонников, точнее поклонниц, у него немало. Жительницы нашего города, видно, изъявили интерес по поводу стёжки, потому что стёжка – это очень важный прием, когда создаешь изделие из лоскута. Вот они уже заинтересовались стёжкой, и вот сегодня мы огласим некоторые темы. На данный момент их 4. Ну а вообще тем может быть по этому ремеслу, по углублению своих знаний, навыков и умений просто очень большое количество. Галина Степанова – автор собственной преподавательской программы, а потому проводить мастер-класс для нее – привычное дело. Галина, вот я в свое время и сейчас до сих пор мечтаю сделать коврик в технике липачиха. Вот не подскажете, с чего начинать, какие материалы сюда надо? Каждая деревня отличалась своим приемом липачихи. Самый простой – берете рогожу, нарываете ткани, вечером у телевизора сидите, вот крючком вязальным продергиваете и завязываете петлю. Свой опыт Галина Степанова изложила в книге, посвященной пэтчворку. В России первые книги на эту тему появились в середине 80-х годов, но Галина считает, что о предмете надо писать проще и доступнее. Но многих останавливает то, что действительно это трудоемко по времени. Так вот, как раз я предлагаю достаточно простые приемы, которые позволяют делать, быстро шить, украшать свой дом. Книжка вышла в 2015 году, первый тираж, и потом еще 2 тиража, вот 3 года у меня договор с издательством, за это время 3 тиража вышло. То есть для меня это было неожиданно, ну а вот сейчас я вторую книгу сдала, так что где-то, может, к Новому году, Бог даст, появится вторая книга. Отношение к пэтчворку, как искусству, изменилось буквально 6-7 лет назад. Теперь подобные произведения нередко можно увидеть в музеях и художественных галереях. Оно к себе притягивает и вышивку всевозможную, и очень много и плетения, и ткачество используется в лоскутном шитье, и кружево плетение. То есть вот такой синтетический вид искусства фактически сейчас стал. Полученный на сегодняшнем занятии опыт мастерицы могут применить не только как хобби. Эти произведения в том числе неплохой способ пополнить семейный бюджет. А сейчас такие вещи очень стильные и модные, потому что они показывают индивидуальность того, кто их носит или кто имеет. Так что я думаю, что материальная заинтересованность в том числе присутствует, она просто налицо. И все же деньги в этом деле приятная, но не самая важная часть. Куда важнее ощущение счастья от того, что ты занимаешься любимым делом. Лоскутное шитье – это образ жизни, то есть это общение. Ну, во-первых, много в интернете, в моем мире, на Фейсбуке, ВКонтакте, очень много групп, и причем групп очень многочисленных, по 15-20 тысяч человек. Вот, лоскутное шитье, то есть ты знаешь, вот, по крайней мере, я знаю лоскутниц, ну, не на Западе, но я знаю из Сахалина, из Сибири, то есть вот как бы это круг общения очень большой. Подобные мастер-классы проводятся в Палате ремесел на постоянной основе, а значит, многие традиции рукоделия продолжают не только жить, но и развиваться. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Ольга Садовская. Видное ТВ.